Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В смете капитального ремонта школ порой возникают непредвиденные расходы. В итоге подрядчик хочет, но не может провести необходимые работы, а школа хочет, но не может их оплатить. Сегодня вице-премьером правительства Чувашии Алле Салаевой и Михаилу Ноздрякову показали школы, где возникли неожиданные трудности с ремонтом и появилась вероятность того, что работы не будут сданы в срок. При этом вины строителей нет. Набивший оскомину вопрос, кто виноват и что делать, репортеры программы «Республика» задали строителям и министрам. 27-я школа в Чебоксарах. Здесь учат детей уже 62 года. Когда был последний капитальный ремонт, никто и не помнит. Директор говорит, подмазывали и подкрашивали кое-где. В итоге здание изрядно обветшало. Новые образовательные стандарты, электронные дневники и интерактивные доски как-то не вписывались в классы с плесенью по углам, обваливающейся штукатуркой и без вентиляции. Здесь не было ни вентиляции толком, ни соответствия пожарным требованиям. Когда в 27-й взялись чинить вентиляцию, выяснилось, что прогнила крыша. 100% решетку надо делать. Процентов 25-30, как мы уже сами визуально прошли, стропильную систему менять, бурлаты менять надо. Там все сгнило. Гнилая крыша попала в категорию скрытых дефектов. Собственно, в первоначальную смету работы по ее замене не попали. Надо делать новую. В итоге подрядчик готов взяться за работы, но проект еще не готов. Он делается месяц-полтора, и средства не предусмотрены. Вот эти доп. Работы, которые подрядчик волнует, понятно, что такой суммы никогда не было. И мы благодарны за это решение с руководством школы, правительству. Но подрядчик, он боится выполнять эти работы. Нам на слово верят, да, как бы опыт есть, они уже в городе работают, несколько объектов. Мы от себя говорим, что да, мы заплатим. Но он просит нас подписать допсоглашение там, на эти виды работ. Допсоглашение не можем подписать, потому что нет дополнительных лимитов. Ну, то есть в этом вопрос. Ну что, процедура известная, оформляйте, да. Уже решено. Звонок 1 сентября для учеников этой школы, как и еще одной, 30-й, раздастся в соседний, номер 23. Она через дорогу. Вернуться в родные классы можно будет 1 ноября. Подрядчик обязуется к этой дате завершить ремонт. Учителя, ученики и родители готовы подождать. Очень долгожданный ремонт вот для этой школы, потому что школе 55 лет. Да? То есть, конечно, здесь нужно было заменить абсолютно все. Это уже 30-я школа. Здесь тоже ремонт, тоже непредвиденные расходы в неутвержденной сметы. В труху превратились перекрытия и опалубка. Парадный вход грозил обвалиться. Если уж мы делаем капитальный ремонт, все было сделано с точки зрения соблюдения всех требований и безопасности, и санитарных норм, чтобы уже там и дети учились в хороших условиях. Поэтому все, что необходимо, так сказать, по требованиям, и то, что было, не было учтено проектами, безусловно, это надо делать. После капитального ремонта на 20 лет можно забыть о протекающей крыше и искрящей проводке. Пока что директор и учителя признаются. Не верят, что можно будет думать только об уроках и детях. У нас готов план на все 5 лет. Каждый муниципалитет проанализирован. Все средства даже приблизительные просчитаны. И мы знаем, сколько, какие школы, садики будут планироваться муниципалитетом по этой же программе ремонтироваться в 22-м, в 23-м. В Чувашии сейчас ремонтируют 42 школы и 28 садиков. Все по единому стандарту энергоэффективности, благоустройства территории с игровыми и спортивными площадками. При этом о типовой застройке все на одно лицо речь не идет. В июне о капитальном ремонте учебных заведений в масштабах всей страны заявил президент Владимир Путин. В Чувашии работы стартовали на год раньше. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.